В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Гульнур Жакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Нужен ли отстроенный интернат для слабовидящих? Кабельное телевидение – мошенничество или идеология? Разбиралась Ассоциация предпринимателей. Отопительный сезон с точки зрения областного акимата. Целый букет праздников был преподнесен карагандинцам в конце августа. На стадионе «Шахтер» в Караганде на представлении в честь 80-летия шахтерской столицы вместе с горожанами присутствовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Для нашего города очень приятно, что глава государства не оставляет без внимания наш регион. Большое торжество вместе с карагандинцами отмечал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он поздравил карагандинцев с праздником и отметил, что ему не понаслышке знаком тяжелый труд шахтеров. Карагандинская земля, я, естественно, запитаю особое чувство. Здесь начиналась моя трудовая политическая биография. Отсюда вперед истоки, индустриальный расцвет всего Казахстана. Я всегда с глубоким уважением относился к горнякам, потому что не понаслышке знаю, что такое шахтерский труд. Благодаря горнякам всей нашей страны работает промышленность. Дома проходят тепло и свет. Угольная отрасль стала надежной базой отечественной индустрии. Были в ее истории, как мы помним, и непростые времена. После выступления главы государства карагандинцам показали театрализированное шоу об истории и развитии Караганды, начиная с 1934 года. Звезды зарубежной и казахстанской эстрады показывали свое мастерство, и этот масштабный праздник оставил много впечатлений каждому карагандинцу. Лариса Хусейнова, Айдин Жакан, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Сразу три праздника отмечали карагандинцы 31 августа. День шахтера, День Конституции и, конечно же, 80-летие нашего города. Во дворце горняков прошел праздничный концерт с выступлением карагандинских исполнителей. Фестиваль начался с показа фильма о Караганде. Еще только 80 лет, а за спиной уже столько достижений. Караганда – один из самых высокоразвитых в экономическом и общественном смыслах областных центров Казахстана. В рамках юбилея нашего города мы чествуем людей героического труда, наших шахтеров. За всю историю шахтерской столицы здесь появилось много хороших традиций и праздников. Один из них стал фестиваль «Мы карагандинцы», который стал одной из жемчужин культурной жизни нашего города. Во Дворце культуры горняков состоялся ежегодный городской фестиваль «Мы карагандинцы». Участники концерта – звезды карагандинской эстрады, известные карагандинские исполнители и музыканты. В их исполнении карагандинцы услышали любимые песни 70-х и 80-х годов. А распоряжением акима города создана комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города». На основании решения комиссии за вклад в социально-экономическое развитие, достижения в общественной деятельности, за развитие духовного и интеллектуального потенциала города комиссии были отобраны две кандидатуры. Это Кани Мусулманбеков и Дмитрий Бойко. Я горжусь, что живу в Караганде. Испокон веков при моей жизни шло соревнование между Алматой и Карагандой на предмет интеллектуального центра, на предмет лучших достижений во всех сферах. И Караганда нередко бывала победить, несмотря на то, что в столице нашей бывшей в два раза больше населения. Караганда – это город, давший стране выдающихся людей. Городской фестиваль «Мы карагандинцы» является одним из главных мероприятий, направленных на повышение положительного имиджа Караганды. Поэтому такой фестиваль проводится ежегодно. Целью фестиваля является создание устойчивого восприятия города Караганды среди населения областного центра, его гостей и партнеров как центра культурного и экономического развития, имеющего возможность создавать комфортные условия для жизнедеятельности. Фестиваль подарил много хороших впечатлений для жителей и гостей города, ведь именно на этом фестивале все песни были исполнены для них. Лариса Хусейнова, Айдин Жакан, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Воспоминания о праздниках остаются как приятное послевкусие. Например, ретро-концерт «Молодые годы Караганды» в рамках фестиваля «Мы карагандинцы» вышел из зала ДК горняков и шагнул на городскую площадь в самую гущу карагандинцев. Это было 31 августа. Организаторами массового городского фестиваля стал акимат города Караганды, государственное учреждение отдел внутренней политики, общественная организация Ассоциация предпринимателей Карагандинской области. Набережная Центрального парка заполнена народом.
Ежегодный городской фестиваль «Мы, карагандинцы» – это комплекс социально значимых для города мероприятий. Музыка и песни 70-х, 80-х годов уже прошлого века очаровали всех. И пожилые, и молодые не только слушали, но и подпевали, и подтанцовывали. Исполнители знакомы карагандинцам. Исполняют эти песни наши замечательные карагандинские исполнители, профессионалы своего дела, звезды Караганды. Это ребята, которые работают в различных заведениях, в ресторанах, кафе, барах. И их одолело патриотическое чувство. Они решили сегодня подарить карагандинцам свое творчество. Организаторы и ставили основной целью фестиваля – позиционирование города Караганды среди населения областного центра, его гостей и партнеров как центра культурного и экономического развития, имеющего возможность создавать комфортные условия жизнедеятельности. Надо честно сказать, это получилось. Выступали не только карагандинские исполнители, но и гости из Астаны, сборной КВН области. С удовольствием каждый раз сюда приезжаю и дарю свое творчество для наших земляков. Кстати, Александр вышел в финал X-фактора, так что в сентябре смотрите и болейте за нашего земляка. Он самый настоящий карагандинец, хоть живет и работает в Астане. Главное на таких мероприятиях – настроение, а оно у карагандинцев было на уровне. Пусть наш праздник доставляет людям удовольствие, радость и благополучие. С праздником! День шахтеров, с праздником профессиональных шахтеров и всех жителей города Караганды. Марафон музыкальных исполнителей не оставил равнодушных на городской площади. Вот если бы стояли на моем месте, мы были этим же так же потрясены, потому что лучше вас, лучше нашей Караганды просто на свете нет города! Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Бахтияр Успанов, Первый карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет: эконом-серия профиль Галтек 53 серии, эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Как и у многих карагандинцев, практически у каждого жителя Абая есть в семье шахтер с большой буквы. Поэтому самым любимым праздником абайцев является День шахтера. Шахтерам, как людям, которые играют главенствующую роль в экономической жизни города, уделяется особое внимание. Последнее воскресенье августа в Абае проходили основные праздничные мероприятия. С участием почетных шахтеров открыты две новые площадки для отдыха. Площадь с архитектурной формой Самрух и сквер, посвященный 80-летию города Караганды, которые, несомненно, станут еще одними излюбленными местами отдыха абайцев. Поздравляю вас с этим большим праздником. Я его праздную с самого первого дня 48-го года. Вы знаете, Караганда и Карагандинский бассейн развивался с тех пор, как Апак Байжанов нашел здесь уголь. После этого пошло развитие здесь Карагандинского бассейна.
На торжественное открытие архитектурных композиций праздник шахтеров не закончился. В Доме культуры состоялось собрание, где прошло чествование передовиков производства. Для шахтеров была организована развлекательная программа с участием певцов, которые воспевают в своих песнях о великом труде, проделанном нашими земляками. Горняки получили от Акима района почетные грамоты и благодарственные письма. Дорогие шахтеры, разрешите от имени всех жителей нашего района выразить вам признательность за героический и самоотверженный труд, за ваш патриотизм и присущее вам чувство долга и пожелать вам доброго здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия в семьях и новых трудовых свершений на благо нашего суверенного Казахстана. С праздником всех! Нашим горнякам всей области нашей с праздником, с Днем шахтера. Я 45 лет отработал в угольной промышленности. Из них 27 лет в шахте. Вся семья – Клобук. У нас отец в шахте отработал, участник войны, и 4 сына. 157 лет в общей сложности мы отдали угольной промышленности. Поэтому добыча угля – это очень-очень сложное и опасное дело. Такой профессии, как шахтер, нигде нет. Благодаря трудолюбию наших горняков, Карагандинский регион на сегодня является одним из самых индустриально развитых областей нашей страны. Ануар Сидрахим, Адинжакам, Бахтияр Оспанов, Первый Карагандинский. 1 сентября в День знания дошкольное учреждение «Ступени» открыл свой 6-й сезон. Центр посещают более 300 детей дошкольного возраста. Все они – будущее нашего суверенного государства. Обучение в центре ведется опытными педагогами. В систему обучения включено занятие гуманитарного, математического, физкультурно-оздоровительного и художественного направления. На занятиях педагоги используют задания логического и творческого характера. В центре также действуют курсы логопеда, языковые клубы, репетиторство по всем предметам, а также особое внимание уделено физической подготовке детей. Детский сад «Ступени» как одна семья, в которой взаимодействуют дети, педагоги и родители. Цель нашего центра – это дать ребенку безболезненный переход от дошкольника к школьнику. Поэтому дети к нам приходят с года до 6 лет. Первая ступень – это раннее развитие. Актуальность раннего развития и так понятно всем родителям. Ведь дошкольное обучение и воспитание – это не только важно для родителей и для ребенка. Это прежде всего благополучие нашей страны. Занимаясь в центре, с каждым годом ребенок раскрепощается и узнает много интересного. Анастасия Каримова вводит свою дочку в центр «Ступени» второй год. Говорит, что в обучении и воспитании детей огромная заслуга преподавателей, ведь они окружают дошколят заботой и вниманием. Мы сюда ходим уже второй год. Нам здесь очень нравится, очень хорошие преподаватели, очень интересные программы здесь, интересная вообще школьная программа, вот обучение. Детям очень нравится, мы сюда ходим с удовольствием. Педагоги стремятся к тому, чтобы обучение в центре доставляло детям радость, помогло раскрыться индивидуальности. Подготовка к школе – это самый важный этап в жизни ребенка. И от того, как она пройдет, будет зависеть дальнейшее обучение в начальной школе. Целью нашей работы является реализация задач государственной программы «Балапан», которая направлена на обеспечение населениями качественными услугами дошкольного образования. Осознавая, что дошкольное детство – ответственный период развития человека, хочется, чтобы нашим детям всегда были дарованы внимание, нежность, забота взрослых. А они, в свою очередь, пусть будут умны, счастливы, здоровы. Гульнур Жакен, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. На юго-востоке здание интерната для слабовидящих детей буквально разваливается. Строительство здесь началось еще 7 лет назад. По плану здание в эксплуатацию должны были сдать в 2008 году. Но по непонятным причинам строительство было приостановлено. Сейчас это место стало пристанищем для бездомных и наркоманов. Школа-интернат рассчитана на 250 детей с повышенными потребностями. На возведение объекта из республиканского бюджета были выделены более 375 миллионов тенге. На эти средства были установлены пластиковые окна и двери. Но сегодняшнее состояние многоэтажного здания не радует глаз. Окна разбиты, крыша течет, а зимой от сильных морозов испортилась внутренняя отделка. Как утверждают жители соседнего дома, здесь часто собирается веселая компания бомжей и наркоманов. Невооруженным глазом видно, во что превращается объект
социального значения. Не дождавшись ответа от местных представителей власти, пожалуй, на главный вопрос, почему до сих пор объект не сдают в эксплуатацию, мы направили письмо в Министерство образования. Письмо из Астаны было внушительным. Строительная компания не справилась с работой, выделенные средства были потрачены зря. Теперь будем судиться, а ремонтные работы будут восстановлены. В связи с судебными разбирательствами между Министерством образования и науки Республики Казахстан и ТО «Строительная компания» с 2009 года строительство объекта было приостановлено на 5 лет. Строительством школы-интерната для слабовидящих детей теперь будет заниматься компания «Караганды Техносервис». На дальнейший ремонт из бюджета будут выделены еще средства в порядке 38 миллионов тенге. Школа-интернат – не единственное в городе здание, которое не сдано в эксплуатацию в срок. Подверглись критике главы государства Нурсултана Назарбаева и другие объекты, которым также выделялись баснословные суммы, а работы ведутся не на должном уровне. Введенные объекты продолжают простаивать. Это завод «КАЗ Авиаспектр», «Айкенжоу», выпуск гофрированной продукции. Машинный завод «Пакоменко». Они стоят. Почему они стоят? Кто за индустрию отвечает? В Карагандинской области уже функционирует школа-интернат на 150 мест, где обучение проходят дети в возрасте от 6 до 16 лет. Места для нуждающихся там есть. Вот зачем надо было строить еще одну школу, когда можно было наполнить уже действующую, говорят жители города. Мы знаем, как эти вопросы решаются с выделенными средствами. Даже знаем, куда и к кому они уходят. Ведь все тендеры, средства проходят через областной акимат. Это надо у них спрашивать. Вот кто тогда был акимом области, у того и надо спрашивать. Недостроенную школу-интернат обещали сдать в эксплуатацию на следующий год. Успеет ли качественно завершить строительство? Остается только ждать продолжения ремонтных работ. Гульнур Жакен, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Аким области Нурмухамбет Абдибеков провел селекторное совещание по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Он напомнил, что глава государства, выступая на совместном заседании палат парламента, поднял вопрос о повышении ответственности местных исполнительных органов власти за подготовку к новому осенне-зимнему периоду. Как проинформировал руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Касимов, в целом уровень подготовки на отчетную дату составляет 95%, при плане периода 85%. Завершены ремонтные работы на 16 котлоагрегатах и 6 турбинах. Полностью завершены работы на КАРГРЭС-1 и ТЭЦ-1. Продолжаются работы на 7 котлах и 7 турбинах. По актам готовности к работе в зимний период подготовлен 271 объект здравоохранения, 245 объектов культуры и 5784 многоэтажных жилых дома. На совещании по отдельным вопросам подготовки к отопительному сезону выступили руководители предприятий услугодателей, контролирующих и надзорных организаций, акимы некоторых городов и районов. Да, действительно, отставание по домам есть. Они объясняют с тем, что были проведены гидравлические испытания, также проводятся ремонтные работы, сбор средств. Я думаю, самое вот сейчас вот эти время мы весь акцент сделаем именно на подготовке жилого фонда с акимами районов. На особом контроле у нас городского района акиматов находится 87 так называемых концевых домов. Это по району Казабек-Би-33, Октябрьский-54, из которых сданы по актам 100% готовности 46 домов. Аким области отметил, что в регионах в целом проводится работа по подготовке объектов к несению зимних нагрузок. В то же время имеются и существенные недостатки. В целом, в связи с чем Нурмухамбет Абдибеков напомнил акимам городов и районов об их персональной ответственности за подготовку и прохождение отопительного сезона. Он также потребовал от руководителей энергопредприятий завершить ремонтные работы в соответствии с утвержденными графиками, не допускать снижения объемов ремонтных работ, а акимам городов и районов руководителям областных управлений поручил обеспечить поставку угля подведомственным организациям в объеме, необходимым для прохождения всего отопительного сезона. Улучшение состояния мы должны заметить существенно в этом году. И есть все предпосылки при грамотном завершении вот этих работ ожидать, что действительно проблемных зон у нас в этом году в отопительный период не должно быть. Глава региона объявил, что с 15 сентября по 10 октября запланирован осенний месячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов. В том числе 27 сентября пройдет общеобластной субботник, в котором должны принять участие предприятия и организации, независимо от формы собственности. Ануар Сидрахим, Адинжакам, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский.
Нешуточные страсти разгорелись среди операторов телерадиовещания в Казахстане. В настоящее время предприниматели столкнулись с однотипной проблемой. Проведение доследственной проверки и возбуждение уголовного дела территориальными подразделениями бывшего агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Республики Казахстан по заявлению двух хозяйствующих субъектов – ТО «Казахстанский центр ТВ» и ТО «Евразия Медиа Дистрибьюшн». Проще говоря, эти две компании представляют себя дистрибьюторами российских средств массовой информации, но при этом предпринимателям не предоставляются никакие документы, а к тем казахстанским операторам телерадиовещания, которые не верят на слово, применяют методы силового воздействия, ну а самое простое – через финансовую полицию. Настоящий триллер о работе кабельного телевидения. Поэтому Ассоциация предпринимателей и сервисных услуг направила письмо генеральному прокурору Республики Казахстан господину Даулбаеву, чтобы поставить все точки над «и». Надо вычистить псевдодистрибьюторов и законно начать трансляцию российских телеканалов. Мы сейчас не обсуждаем идеологию, мы не обсуждаем какие-то другие цели. То есть мы говорим о том, что, простите, но вот многие сотни сотрудников компании, они завтра могут остаться без, их семьи могут остаться без средств к существованию. В городах Петропавловск и Караганда некоторые операторы вынуждены были отключить первый канал всемирную сеть, не найдя другого способа прекращения неправомерного действия со стороны так называемых дистрибьюторов. Когда вышли на сайт Министерства юстиции, то в перечне аккредитованных организаций в сфере правообладателей эти две фирмы, ТО «Казахстанский центр ТВ» и ТО «Евразия Медиа Дистрибьюшн», просто отсутствуют. Настоящее мошенничество. Это будет устанавливать соответствующий надзорный орган. Мы по этому вопросу обратились в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. Кроме этого, непосредственно, если предприниматели уже заключили с этими операторами, с этими дистрибьюторами соответствующие договора, то это приводит к увеличению размера и стоимости их услуг. Вообще надо решить, чем эти фирмы занимаются в Казахстане – бизнесом или идеологическими вопросами. У них есть устойчивое мнение, что вот эти вот мелкие кабельные операторы – это некая сеть мелких компаний, которые там работают в основном по серым или по темным схемам. И вот это мнение кто-то создал, в их понимание это внедрил, что они абсолютно не хотят разрушать ту схему, которая на сегодняшний день существует. Далее слово за генеральным прокурором Республики Казахстан. Сергей Высокосов, Айдын Жаканов, Бахтияр Усманов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Аман сау болыңыздар.